Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». 22 января 2024 года известному актеру театра и кино, продюсеру Леониду Ярмольнику исполнилось 70 лет. И несмотря на то, что Леонид Исаакович является одним из самых востребованных актеров в российском кинематографе, на его счету свыше сотни ролей, но до сих пор у него нет звания заслуженного или народного артиста. Как стало известно, от этих регалий актер отказался, сам сделал это дважды. По словам Ярмольника, еще в 1994 году ему к 40-летнему юбилею хотели присвоить звание заслуженного артиста России. Тогда актер отказался от знака почета. Еще через 10 лет, 50, он мог стать уже народным артистом, но вновь не принял предложение. Объясняя свое решение, актер отметил, что отказывался от званий, потому что они обесценились и сегодня ничего не значат. Леонид Исаакович вспомнил, что в советские времена почетные звания давали артистам определенные привилегии, которых сейчас уже нет. «Народные артисты для меня – это Юрий Васильевич Яковлев, Михаил Александрович Ульянов, Евгений Александрович Евстигнеев. А сегодня все народные артисты, куда ни посмотри. Я считаю, что если артисты чем-то и могут выпендриваться, то это ставка за съемочный день», – объяснил свою точку зрения Ярмольник. И несмотря на довольно солидный возраст, сам Леонид Исаакович на пенсию выходить вовсе не собирается, а в свой юбилей он мечтает лишь о том, чтобы у него было много интересных ролей в театре и кино, но при этом хватало времени на общение с внуками Петром и Павлом. Их ему подарила единственная дочь Александра. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!